Ребята, доброе утро. Как обещала вам и себе по утрам ходить гулять. Кстати, странно, только что было три точки на камере, камера опять садится. В общем, по утрам я решила, что буду ходить быстрой ходьбой. И по вечерам, пока не так будет жарко. К сожалению, времени у меня не так уж и много, поэтому бежим. Идем, и, наверное, все-таки сделаю сегодня еще и трансляцию. Всем хорошего утра! Ветер перебиваю. Побежали. Ребята, 10 часов вечера, я дома. Сегодня встречалась с безумно интересными людьми. Одного человека из этих интересных людей я покажу, одного нет. Был такой продуктивный день. Я забрала таблетки свои. Вот так вот выглядит нульпаза. Мепсин ретард. И эрмиталь. Такие вот. По цене сейчас я вам скажу, сколько получилось. Эрмиталь 99,30.
Вебсим ретард 160-30 и ноль база 98-30. Буду с завтрашнего дня принимать, сейчас померяю температуру, у меня опять сегодня была, ну, мочалку чего-то бы купила. Важная покупка. Так что спасибо вам большое, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Думаю, в дальнейшем мы немножко разнообразим контент. Сегодня мне человек один подсказал, как это можно сделать, чтобы это было интересно и мне, и вам. Все, всем спокойной ночи, пока. Looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already